Республика Македония. Басня «Слон и моська», Иван Андреевич Крылов. Ученик 5 класса Марко Богоевский. Пожалуйста. По улицам слона водили. Как видно, на показ. Известно, что слоны диковинку у нас. Так со слоном толпы зевак ходили. Откуда ни возьмись, навстречу моська им, увидевши слона, ну на него метаться, и лаять, и визжать, и рваться. Ну так и лезет в драку с ним. Соседка, перестань срамиться, и шавка говорит, тебе ли со слоном возиться? Смотри, ты уже хрипишь, а он так, он все идет вперед и лаю твоего совсем не примечает. Эй, моська отвечает, вот то-то мне и духу придает, что я совсем без драки могу попасть большие забияки. Пускай же говорят собаки, ай, моська, знать она сильна, что лает на слона.